Я была примерно здесь, в восточной части. Но это... 80 километров? От места, где мы нашли мальчика. Эй! Стой! Ты знаешь, где твои родители? Родственники? Думаю, он был на пикнике или в походе, отбился от группы и заблудился. Он жил один в диком лесу. У вас немного общего. Сколько он там пробыл? 6 лет. Как мог ребенок прожить 6 лет в лесу? Да еще один. Не один. У меня есть Эллиот. А кто это? Я должен вернуться к нему. Эллиоту без меня страшно. Значит, Эллиот человек? Нет, похож на дракона. А это что? Вот, это дракон. Не надо больше убегать, Пит. Оставайся с нами. Зверь очень опасен. Я не хочу расставаться, но люди придут за тобой. А как же Эллиот? Ты даже не представляешь, что он может учинить. Поохотимся. Стой! Эллиот, лети! Ты храбрый мальчик, слышишь меня? По-моему, ты самый храбрый мальчик на свете. Дисней представляет Пит и его дракон. Всем постам! Мы к востоку от Милхейвен на шоссе преследуем... Дракона! Это дракон! Нельзя говорить «дракон» в эфире. В кино с 11 августа.